с Богом, со Христом в молитве говорю, я моего Христа молитвенно прошу, помилуй меня, помилуй, в который раз грешу, но больше не хочу, прощения прошу и говорю, помилуй. В который раз убил свою я душу, в который раз я предал Бога, в который раз продал Христа за радость черную греха. И к Богу, ко Христу, которого люблю, а может быть любил, но позабыл, кричу, помилуй меня, помилуй. Очей мне не поднять, себя не оправдать, и тьма в моих глазах, но я молю, помилуй. В который раз убил свою я душу, в который раз я предал Бога, в который раз продал Христа за радость черную греха. Ты Бог, ты мой Христос, ты любишь и зовешь, и ждешь, а я в твое втыкаю сердце нож грехом любимым, таким любимым. Печатью на устах лег сердце тяжкий страх, и сухо на губах, но я шепчу, в который раз убил свою я душу, в который раз я предал Бога, в который раз продал Христа за радость черную греха. И вижу, вот идешь, святой своей рукой берешь мою испуганную душу и несешь, чтоб не погибла, навеки не погибла. И сердце глубоко, и плача кается оно, ему становится легко, все прощено. В который раз спасаешь мою душу, в который раз распятый все же любишь, в который раз любовь к тебе и мне возвращена для светлой жизни без греха. И вижу, вот идешь, святой своей рукой берешь мою испуганную душу и несешь, чтоб не погибла, навеки не погибла. И сердце глубоко, и плача кается оно, ему становится легко, все прощено. В который раз спасаешь мою душу, распят и все же любишь, в который раз любовь к тебе и мне возвращена для светлой жизни без греха, для вечной жизни без греха.
Спаси, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Александр Копылов. Здравствуйте, дорогие телезрители. Конечно, Саша, вот когда ты поешь, ты понимаешь, да, ответственность за те слова, которые ты сочинял, произносишь. Это, можно сказать, в каждой строчке, ну, и святые, в каждой строчке Бог, Христос. Это, ну, это же открытая проповедь, как бы, это надо понимать. Как ты, ну, готов это все выдерживать, потому что, ну, враг, он не дремлет. За такие вещи, вот, ну, бывает отдача. Ты готов к этому? Я понимаю, что ты все это с благословением, конечно, делаешь. Вот, ну, что сейчас вот на этом духовном плане происходит, когда ты вышел вот на это поприще музыкальное? Как тебе стоишь, вот как Илья Муромец вышел в поле, как ветер тебя не сносит? Ну, помню то, что было с апостолом Петром и учениками, которые говорили, что мы за тобой, за тебя и смерть, Господи, примем. А потом все оказалось наоборот. Я не смею говорить, что я могу что-то выдерживать. Вот. Господь знает мою меру. Вот. И, конечно же, по моей мере Он и посылает, как и всем, каждому свою меру. Дерзновение-то ты... Есть дерзновение? Дерзновение мое мотивировано было очень простыми вещами. Благословение святейшего патриарха Кирилла на то, чтобы как можно... использовать все пути проповеди, катехизации, то есть начального даже образования, да, вот, всего народа, какой только встречается на пути вот, в жизни каждого христианина, уже воцерковленного. Вот. То есть так получается открытая воскресная школа, да? Да, получается, да, священное писание, предание в песнях, именно так. Больше ни о чем, честно говоря, петь не хочется. Вот. Остальное поют многие другие. Страсти человеческие, да? Да. Не да. Хочется их воспевать или там мусолить. Для кого-то и переживание страстей является этапом, да. Ну, вот. Но все-таки вот это то, что пригодится нам и здесь, пригодится и после нашей кончины. Но еще надо быть самому определенным образом, определенным человеком. Ты же не святой, насколько я понимаю. Будьте святы, ибо я свят. Мы святое царственное священство все-таки, да, все как бы дети христиане, да. У нас начаток Духа, мы свыше рождены, начаток Духа Святого есть, благодати Духа Святого. Поэтому я в песнях в том числе утверждаю, что, цитирую слова Господа, что вы боги, говорит Господь. Ну, с маленькой буквы, да, что вы боги, по дару свыше. Как и бессмертие наше по дару свыше, да, никогда не кончаемость. Вот. Поэтому все-таки мне дерзновение придает то, что это в Писании и в предании все есть. Вот на врагах меня пока никто не поймал, простите. Вот мы выступали... Нет, не приставали. Приступали к тебе? Нет, не приступали, нет. Не требовали отчета. Жестко. Надеюсь. Помоги, Господи. Да, надеюсь. Ну, вторая песня. Да. Вторая песня также очень актуальна для всего мира. Вот. Как Священное Писание актуально, так и все, что строится на нем, становится таким же актуальным, важным и судьбообразующим. Ответственность велика, но главный смысл — не извратить смыслы Священного Писания. Слова можно подобрать другие, но смыслы должны оставаться те же. Помоги, Господи. Посмотри, ощути, захлестнула весь мир, как волна злая воля. И взгляни, ты взгляни, как в глаза слезы в них, а в сердцах столько боли. И в веках, и пролито в веках, и вчера, даже прямо сейчас, столько крови. Это я. Это ты, это мы натворили, без Бога живя, и вся жизнь поле боя, поле боя,
спеши. Не беги, миражи окружают, и время теряем напрасно. А пути, виражи нашей жизни совсем не святой, так опасны. Мы всегда, мы в погоне всегда за деньгами, за славой, и вечность нас не беспокоит. И наш бег, неужели наш бег остановит лишь смерть и удар навсегда? Успокой. А что Бог? Бог сказал, что свободу нам дал. Я и ты, и все мы, сами все мы того захотели. И решив, что мудры и сильны, сами все по себе и во зле преуспели. И теперь, нам теперь бы понять и решить, перестать бы грешить, пока здесь, пока живы, пока еще в теле. Но ведь нет, полюбился нам грех, поднимая на смех тех, кто свят всею жизнью своею на деле. Свят на деле, свят на деле. Ну зачем? Так зачем я и ты, и все мы в этот мир так нам мало приходим? Осуждать, обижать и от гнева, от боли кричать, а потом умирать, неужели смысл в этом находим? Посмотри, ощути и пойми, сердце хочет любви, хочет Бога, оно хочет неба, оно хочет счастья в небесах. Небеса, посмотри, от земли оторвись, помолись, и увидишь все ясно. Все так ясно, все так ясно. Спаси Господи. Я был на концерте и видел, как эта песня действует на людей. Они даже, вот, бывает, просят еще раз ее повторить. Такое, видимо, на таком вдохновении было написано. Особенно с мшинским хором, где женщина так самозабвенно это все. Какого-то давно такого не видел, общего вот такого движения духовного. Так что помоги им, Господи, вот именно вот держать эту линию. Не сдаваться. Я сегодня дописал песню, вот, закрылся в комнате, и у меня Муська родила 3 котят. Я стал дописывать, я, как всегда, опаздываю, у меня все время опаздываю. Вот, и я начал дописывать. Котята, значит, сначала пищали, потом притихли, легли все вот рядом с Муськой, и все они улеглись и ждали, пока допишу песню. То есть не мешали. Я записал на диктофон, вот, ну, окончательный вариант, и распечатал текст, и вот хочу впервые исполнить, и посмотрим, что тут получится. Песни редко сейчас у меня получается, некогда даже гитару бывает в руки взять. Ну, вот. Чего тебе не хватает, все зерна в твоей горсти? Еще далеко до рая, уже столько лет в пути. Зачем ты не хочешь верить, когда у тебя в груди открыты замки и двери? Ты только на свет иди. Однажды весенним утром взорвется немая высь, и станет простой и мудрой твоя непростая жизнь. От криков завьется стая, роняя на землю взгляд, и ринется в синь без края, и нет там пути назад. Чего
тебе не хватает, все зерна в твоей горсти. Еще далеко до рая, уже столько лет в пути. Такая песня. Умиротворяет, умиротворяет сразу. Спасибо, Господи. Ну, мне тоже иногда хочется кричать, вот. Ну, чувствуешь, что не хватает вокальных данных для того, чтобы крикнуть. Еще крикнешь, а вдруг в ноту не попадешь. А, ну, и с другой стороны, как-то сдержанно, я сдерживаюсь. Я уже священник. А ну, раз крикнуть хочется, вот душа кричит. Особенно о таких вещах, которых вот... Священнику тоже тяжело. Вот. Надо соответствовать образу, да. Господь доверил такой крест. Вот. Надо соответствовать тому, о чем говоришь. Вот. И мне помогает творчество, честно признаться. Я думаю, что... И вот лежал недавно, тоже думал вот о притче о талантах. Думал, все-таки Господь не зря эту притчу, ну, в Евангелии рассказал. И я подумал тоже вот о собратьях, вот, которые пишут музыку, ну, как талант, да? Ведь можно... Вот дал талант Господь, можно в ресторане петь. Ну, в ресторане тоже, конечно, люди кушают, отдыхают. Можно, значит, очень долго работать и пробиться куда-нибудь на передачу «Голос» или там «Утренняя звезда» какая-нибудь, или, ну, что-нибудь такое. Вот. А как вот для Бога петь песни, когда душа не может уже... Вот, и, наверное, Господь дал талант, он требует этой реализации. И вот те, кто с этим миром заигрывал, сообразовался с миром сим, зарабатывал этим талантом, то есть это тот потом, когда наступит момент перед Богом, и он скажет, ну, ты дал талант, вот я... В общем, люди, которые бывают, зарывают таланты. А его надо выращивать, а выращивать нужно духовно расти. То есть нужно соответствовать тому, что поешь тоже. Вот. Как этому нужно соответствовать, чтобы не было раздвоения личности? Что ты говоришь об одном, а делаешь другое? Как вот эту высоту удержать? Потому что это как талант, это тоже ступень роста. Забрался на определенную ступень, нельзя падать вниз. Вот, тут же медные трубы могут быть, правильно, и все такое прочее. Это популярность, сейчас такой духовный голод, некий вакуум. Как я с одним разговаривал из секты, человеком, сектант. Он говорит, а что, вот мы пришли сюда, в Россию, здесь же духовный голод. Я говорю, постой, брат, здесь уже тысячи лет православия, какой духовный голод ты здесь нашел? Нет, мы просто заняли свою нишу, говорит он. То есть он, что он имеет полное право здесь хозяйничать в душах человеческих. Представляешь, какой ужас? Они в полном, что они нам помогают, типа спасают души. Я говорю, я возмутился, у нас полито все кровью наших отцов, предков. Мы воевали за Христа, сколько гнали бусурман всяких. Сколько молитв, сколько слез материнских пролито, сколько богатырей. Куликовская битва, и Александр Невский, и любую войну возьми, Кутузова. Вот. Да, что-то я разошелся. Ну, твоя музыка меня так настраивает. Что там у тебя сейчас вот, для сегодняшнего репертуара? Что ты еще выбрал? Еще песня, которая называется «О Матерь Божия, о Богородица». Угу. Богородица играет огромную просто роль в жизни всего мира,
вот, всего бытия, наверное, сказать, в жизни неба в том числе, да. Поэтому, конечно, ни один человек, который пишет стихи на церковные темы, на духовные темы, не обходит, не может обойти просто стороной вот заступничество, Богородицу, ее теплоту, ее слезы теплые за всех нас пред сыном. Вот, поэтому, вот, конечно, такая песня, которая, может быть, которая, может быть, многим поможет в трудную минуту. Вот. Вообще все эти песни, они направлены на то, чтобы давать опору, давать надежду, усиливать веру, умножать веру, вот, радовать, каяться с теплыми слезами. Вот. Потому что здесь словеса Божии. Можно, да? Богородица, так плакать хочется, но уж не может. Все слезы кончились, и щеки мокрые, а грудь то вверх, то вниз, то вздохи горькие, то вздохи горькие. О, Богородица, что с сердцем сделалось, болит, колотится. Змее поверила и грех соделала, и стрелы в нем теперь калено-белые, калено-белые. Божия, о, Богородица, пью чашу горькую, и жить не хочется. Ты стрелы вытащи, дай чашу сладкую, бей ты в голову змеину гадкую, змеину гадкую. О, Матерь Божия, о, Богородица, по сердцу страстному пройдись хоть ножками, оно очистится и станет праведным, и снова будет жить, жить будет правильно, жить будет правильно. Матерь Божия, о, Богородица, тебя Бог слушает, ведь ты хорошая. Коснись молитвою святою душеньки, и просветилась бы, и стала лучше бы, и стала лучше бы. Богородица, все слезы высохли, грехи отброшены, а сердце радостно в молитве кружится. Знать помолилась ты, моя заступница, как величат тебя. Какие гимны петь, какой молитвою к тебе.
тебе взойти, взлететь. Но ты высоко так над херувимами, загадка светлая, необъяснимая, необъяснимая. Любовь небесная, припасть бы к ноженькам, лобзать бы рученьки, о, невозможная. Душой ты огненной над серафимами, одна такая ты, неповторимая, неповторимая. Лилей молитвами, води, как деточек, полы колыбельные, словами вечными. Не плакать, чтобы ноги не огненной, а быть от гибели тобой спасенными, тобой спасенными. Богородица, о, Богородица, о, Богородица. Спасибо, Господи. Дорогие мои, на этом наша передача заканчивается. С нами был Александр Копылов. Пока еще без Мшинского хора, но надеемся, и Мшинский хор здесь появится. И я, священник Анатолий Першин, Божий всем помощи, ангел-хранителя. Спасибо, Господи. До свидания.